Привет, я Мира, а это Соня, наша собачка. Это мой папа. Блинчики. Это моя мама. Мой старший брат Гоша. А здесь мы любим поговорить. Где мой бадок с птичкой? Мам, а где эта моя длинная палка, которую я вчера с улицы принес? Мама, ну сколько можно там сидеть? Мам! Ах, вечность. Я могу тут сидеть вечность. Да мне бы хоть 5 минут для себя. Как бы остановить время? Мам, я нашла! Посмотри, как красиво! Мам, а у меня лазерный меч. Мам! Идея. Кажется, есть идея. Дети, где ваш список дел? Кто первым закончит свои дела по списку, тому приз. Мира? Гоша! Где список дел? На холодильнике! Три, четыре, начали! Ой, моя маленькая, где ж ты была? Я тебя так давно не видела. Тебя, наверное, надо покормить. Ты же совсем голодная. Все, я закончила! Да-да, отправляю вам последний имейл. Угу. Я выиграл. Мама! Мама, так нечестно! Мама! Я же точно была первая! Что случилось? Так нечестно, папа! Мама, я была первая, а потом он... Гоша! Я это... остановил время. Как это? Ты так можешь? Да! Ого! Кажется, у нас какой-то новый баг в системе. Правда? Кажется, я так умел еще до вас. А потом дедушка научил щелкать пальцами. Уже по-настоящему. У меня тогда не сразу получилось. Точно, я помню одну ситуацию, когда мы пили чай с бабушкой. И ее любимый фарфоровый чайник полетел со стола. Ты щелкнул, и я его поймал. И я помню, мы играли в футбол. Я стоял на воротах, мяч летел мимо меня. Ты щелкнул, и я его поймал. А у меня тогда чуть не упала бутылочка, а потом оказалась у меня в руке. Я всегда это знала. Какой ты молодец, что рассказал. Ты наш волшебник. Вообще это вполне возможно. Время относительно.
Когда опаздываешь на поезд, то минута летит очень быстро. А когда ждешь его, минута длится вечно. А кому тогда приз? Приз? Точно! Как же я могла забыть? Билеты в кино на мультфильм. Мы идем на мультик. А приз достается всем, но каждому за свое. Мире за скорость, Бэйби за терпение, папе за ум, а Гоше за честность. Знаешь, пап, так сложно хранить секреты. Особенно от близких людей, да? Да, я очень давно хотел сказать и не знал, как. Я тобой очень горжусь. В следующий раз сразу рассказывай. Так легче. А мы тебя поддержим. Всегда поддержим. Подписывайтесь на наш канал. Это просто и важно. Привет, я Мира, а это Соня, наша собачка. Это мой папа. Блинчики. Это моя мама. Мой старший брат Гоша. А здесь мы любим поговорить. А давай ты как будто постучишься и принесешь мне чай с тортом. Но я же тоже принцесса. Нет, только я. Почему? Потому что я красивая. Мне так мама сказала. Мне вообще все так говорят. Принеси мне чай и торт. Ага, хорошо. Зеленый? Нет, спасибо, мне больше нравится синий. Мам, а я красивая? Сейчас посмотрим. Ну что ж, могу сказать точно. Да, для меня вообще самое красивое в мире. Еве мама сказала то же самое. Но кто же тогда красивее? А давай-ка посмотрим, что вообще такое красиво. Представление о красоте у каждого свое. Например, Леонардо да Винчи нарисовал портрет Моны Лизы, которая считалась самой красивой женщиной эпохи Возрождения. Он увидел красоту в ее улыбке. Понимаешь, Мира? В улыбке! Смотри, в средние века женщины сбривали волосы со лба. Это считалось очень красивым. А во Франции 18 века красивым считалось носить высокие парики, которые дамы украшали фруктами, ягодами и даже клетками с птицами. А в 90-е годы начесывали челки для красоты и ярко красили веки зеленым и синим. Художники умеют видеть красоту вне моды и времени. Мам, ну а сейчас? В наше время как? Вот кукла точно красивая. Может быть. Но представь, если бы мы все были как она. Кажется, Соне не нравится. Мне тоже не очень. Понимаешь, красота у каждого своя. Ведь ты – это ты. И другой такой девочки нет на свете. А еще очень важно, что у тебя внутри. Ты думаешь, у меня внутри красиво? Дай посмотрю. Внутри?
Это твои поступки, характер, эмоции. Это называют внутренний мир. Кажется, я поняла. Испекла яблочный пирог. Будешь кусочек? Буду. А кружечка у тебя есть? Да. Ой, я чуть-чуть пролила. А знаешь, мы обе красивые. Ага. Потому что у нас красивый внутренний мир. Как это? Подписывайтесь на наш канал. Это просто и важно. Привет, я Мира, а это Соня, наша собачка. Это моя мама. Блинчики. И папа. Пап. Мой старший брат Гоша. А здесь мы любим поговорить. Обидно? Вот как бывает. Мира хотела строить, а Бэйби хотела ломать. И обе разозлились, да? А как вы разозлились? Покажите. О, как тигр? Или как мишка? А, как Сонечка. Всем бывает обидно. Малышам, детям и взрослым. Да-да, вот когда я злюсь, мне хочется ругаться. А мне плохо.
плакать. А мне спрятаться в комнате. А Соне рычать. А мне еще кричать. А Бэйби кидаться игрушками. А папе... Да что же это такое? У нас очень много эмоций. Малышам с ними особенно сложно. А потом? А потом взрослеешь и учишься с ними договариваться. Как? А помнишь... Давай помогу. Нет, я сама. Ай! Глупый шарф! Это все из-за него. У меня никогда ничего не получается. Так всегда. Меня никто не любит. Стоп. Надо подышать и успокоиться. Это просто шарф. А мама только хотела помочь. Помоги, пожалуйста. Мы злимся, когда что-то идет не так, как нам бы хотелось. Каждая хотела играть по-своему, но случайно друг другу помешали. Давайте придумаем игру, в которую можно играть вместе. Кажется, есть идея. Интересненько. Я буду строить длинную башню, а Бэйби будет ее разрушать. Подписывайтесь на наш канал. Это просто и важно.